Национальная академия наук. Ее история началась 13 октября 1928 года, когда было принято постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров БССР о реорганизации Института белорусской культуры в Белорусскую академию наук. В декабре 28 года утвержден состав действительных членов Академии наук и состав ее президиума. Среди первых академиков известные имена Янка Купала, Якуб Колос, Тишка Гартны. Первым президентом Академии был избран академик Всеволод Игнатовский. Рождение, становление и развитие Академии совпало с определяющими событиями отечественной истории, которые оставили глубокий след в жизни и судьбе белорусского народа. С первых дней своего существования Академия стала ведущим научно-исследовательским центром республики, объединяющим лучших ученых страны. Пройдя большой творческий путь, Академия внесла важный вклад в развитие народного хозяйства и культуры республики, а по некоторым направлениям и всемирной науки. За 90-летнюю историю в Национальной академии наук Беларуси сформировались авторитетные научные школы, имеющие международное признание. Сегодня Академия – это научно-производственная корпорация, центры, объединения, опытное производство и экспериментальные базы которой выпускают наукоемкую продукцию, изготовленную в подавляющем большинстве случаев по отечественным технологиям. В ее составе 7 отделений – физики, математики и информатики, физико-технических наук, химии и наук о Земле, биологических наук, медицинских наук, аграрных наук, гуманитарных наук и искусств. В свою очередь, отделения наук включают научные учреждения и различные инновационно-производственные субъекты по профилю. Всего в Академии наук имеется свыше 110 организаций, юридических лиц, среди которых 60 научных учреждений, остальные – это научно-экспериментальные, научно-инновационные и научно-технические предприятия. Национальная академия наук Беларуси – высшая государственная научная организация, осуществляющая организацию, проведение и координацию фундаментальных и прикладных научных исследований во всей научной сфере страны. Академия активно задействована в реализации крупных комплексных программ общегосударственного масштаба, таких как запуск первого белорусского спутника Земли и создание системы геоинформационного зондирования, строительство первой белорусской АЭС, освоение минерально-сырьевой базы страны, производство фармсубстанций, создание передовой системы сельскохозяйственных машин, производство широкого спектра продуктов нефтехимии и других. Приоритетными направлениями научно-технической деятельности Академии наук являются энергетика и энергоснабжение, агропромышленные технологии и производство, промышленные и строительные технологии и производство, медицина и фармация, химические технологии, нано- и биотехнологии, информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии, новые материалы и ряд других передовых направлений. В каждой из этих областей Академия имеет значительный научный потенциал. Созданы и функционируют производства 5-6 технологических укладов, реализованы системные проекты, которые обеспечивают развитие принципиально новых секторов экономики и видов деятельности в Республике Беларусь. Являясь небольшой страной, Беларусь, тем не менее, уже сейчас ведет работы в Антарктиде, строит свою станцию на ледяном континенте, где работают белорусские ученые. Главным ресурсом, капиталом Национальной академии наук Беларуси являются люди. Это около 16 тысяч сотрудников, из них около 8 тысяч занимаются научными исследованиями и разработками. В организациях работает свыше 400 докторов и более 1700 кандидатов наук, 126 членов-корреспондентов и 84 академика. Ежегодно в Академию наук приходит от 300 до 350 молодых ученых. Активно развивается международное сотрудничество. Подписаны договоры и соглашения о сотрудничестве с академиями наук и научными центрами почти из 90 стран мира. В науке не существует границ. Фундамент знаний, скрепленный инновациями. На этом строится будущее Беларуси и мира.